Вы знаете, шанс всегда есть, если правильно к этому вопросу подходить, правильно его решать. Не опрометчиво, не спонтанно, а к этому подготовиться, взять опыт былых времен, когда у нас было тяжелейшее состояние промышленности, это сразу, в принципе, 20-е, 30-е годы, военные годы, когда пришлось эвакуировать огромное количество заводов на север, там, на Урал, за Урал, на юг. Опыт такой работы есть, безусловно. А сейчас, несмотря на то, что мы находимся в состоянии войны с некоторыми государствами, в том числе и с ИГИЛом в первую очередь, да, надо думать, как это сделать правильно, надо привлекать нужных и правильных специалистов, советоваться, брать пример с других государств, как они это делали и делают. Я думаю, все это возможно.